Сегодняшнее видео посмотрим хайлайты двух лучших контент-мейкеров. Всем привет, с вами Дэнни Лук. Сегодня будет необычный контент. Сегодня посмотрим хайлайты двух лучших игроков, контент-мейкеров, Левкина и Ветрела. Посмотрим их манеры игры, как они играют, как они двигаются. Будет очень много интересных контента. Вы не забудьте написать в комментариях, какой хайлайт вам больше понравился. Пока что не забудьте подписываться на канал и ставить лайки. Давайте добьем 15 тысяч подписчиков, я вас верю. А мы с вами переходим к видеоролику. К первую же очередь посмотрим игру Левкина. Сегодня подбирал лучшие моменты, где он закрывает соло против складов, где делает лучший хайлайт. И вторую же очередь посмотрим Ветрела. Будет очень интересный контент. А мы с вами переходим к хайлайтам. Левкин первый момент, когда Левкин закрывает с Берила сквад. Первое попадание было с АВМ. Этот момент наверняка был самый лучший. Перестал стрелять. Не понял маленечко почему. Второй момент хочу показать, где он клатчит 1-3 с Берилла в Сосновке. Это было наверняка самый лучший момент. Третий момент хочу показать, где он закрывает в буткемпе 1-2 с минимальным хп. Мы с вами переходим к хайлайтам Ветрела, ух, будет интересно. А пока что ставьте лайки, подписывайтесь, так как наша цель набрать 1000 лайков. И напишите в комментариях, как вам хайлайты Левкина. А мы с вами переходим к хайлайтам Ветрела. Мы с вами переходим к хайлайтам Ветрела, где он закрывает соло против складов. Обязательно напишите в комментариях, как вам хайлайт Ветрела. А мы с вами переходим. Что они там делают? Ох, ё-моё, нифига себе мне прописали. Я им там неплохо дал. Так, надо позицию сменить. 100%. Так, есть ног. Все, минус все. Мы с вами переходим на второй момент Ветрела, где он докрывает 3 человека в новорепной. Новорепка есть чел, вижу. Вижу типов по контейнерам бегали. Но я видел там двоих точно, прям 100% двойка. Не меньше. О, вижу, бегает. Есть ног. Я билку закидываю. Какой-то эмост использовал еще. А, они флэрку вызвали. Еще один подходит.
Он хаешку закинул. Мы с вами переходим на третий момент, где он закрывает хаешкой склад. Это наверняка был самый интересный момент. Что он тут делал? Что он тут прятался? А, вижу. Ух, ё-моё, здесь 4 человека. Тут 4 человека. Один слева, надо левого закрывать. Есть ног. Там еще УАЗик едет. Это кто еще? Это еще кто такой? Это их тиммейт? Все, минус все. Да, это их, видимо, тиммейт был. И на четвертый момент, где Ветерал закрывает 3 человека с дробашом и последнего добавить их с хешки. Это было наверняка тоже интересный момент. Так, отлично. У него берстовка была. Так, у меня... Все отлично. Обязательно не забудьте написать, какой вам хайлайт понравился у Левкина или Ветерала. Будет интересно прочитать. Давайте добьем 1000 лайков. Обязательно смотрите другие видеоролики. Если вам нравится такой формат, напишите, кого бы еще хотели посмотреть. Надеюсь на вашу поддержку. Давайте добьем 15000 подписчиков. С вами был Дэнни Лукс. Спасибо. Всем пока.